Итак, дамы и господа, мы сегодня готовим с Марком Шагалом на моей кухне. Что же сегодня мы готовим, Марк? Дорогие телезрители, сегодня покажу вам замечательный рецепт просто прекраснейших, нежнейших, хрустящих греночек. Мы немножко опоздали на нашу программу, поэтому пропустили самое начало, но ничего страшного, я вам быстренько расскажу. Тут у нас замес из трех яиц, вот здесь замес из трех яиц и чуть-чуть воды, и немножко соли. Итак, что же мы сделали? Мы нарезали немножко хлеба сами. Главный секрет гренок — добавить немножко сахарка, чтобы создалась прекрасная глазированная корочка. Итак, я думаю, можем переворачивать наши гренки. Для того, чтобы переворачивать гренки, я использую вилочку. Это очень легко, удобно. Вот так вот. Опа. Вот это. Марк, какой вид хлеба лучше всего использовать? Лучше всего для гренок подходит, само собой, белый нарезанный бантон. Можно, конечно, делать гренки из черного хлеба, но... Это черного хлеба я никогда не слышал. Да, конечно, просто не слышал. Гренки черного хлеба, их можно тереть немножко чесночком, использовать, например, для бутербродов к новогоднему столу. То есть положить там всех шпротингу, это будет достаточно праздничное блюдо. Но сегодня у нас немножко другой вид греночек, так называемые на завтрак. То есть это очень простой завтрак, который вы можете приготовить буквально за пару минут перед выходом на учебу или на работу. Он не требует особо усилий или каких-то сложных ингредиентов. Как еще добавить соль? Марк, а правда, что вы закончили два высших образования с шеф-поваром? Да, первое мое образование высшее — это программная инженерия, а вторая — я сотник строитель. Тракторист. Но я очень люблю готовить, поэтому я слушал это кулинарное шоу. Ну, как мы видим, гренки еще не до конца хрустящие, мы просто немножко их обжарили. Ничего страшного. Извиняюсь, Марк, как насчет? У меня появился гениальный рецепт в голове, и хочу его воплотить. Если положить на жареную, гренку, пока она будет жариться, конфету, и ёбаный шоколад растает, и тогда будет сладкая гренка в шоколаде. Казочный долбоёб. Что вы на меня так смотрите? Французская бань. Рамон. Рамон. Вот, блядь, там переворачивался. Дорогие друзья, здесь мы, кстати, приготовили гренку с сыром. Можно наблюдать очень много сыра, просто прекрасно. Вот результат. Всем приятного аппетита. Подай просто, Марк, водишь?